Всем привет! Сегодня я хочу показать вам мою посылку из интернет-магазина Tadi. Ссылка на магазин, а также купон на скидку есть в описании под видео. Вот такую огромную коробку я получила. Все было прекрасно запаковано, инструменты были запакованы вот в такую упаковочную пленку. В общем, по упаковке никаких вопросов нет. Здесь я уже все рассмотрела, разглядела, опробовала, поэтому давайте покажу вам поближе. И первое, что я хочу вам показать, это вот такие фигурные дыроколы. Я заказала два дырокола одинаковой формы, но разного размера. Этот цветочек в диаметре 5 сантиметров, а это 2,5. Я попробовала сделать с помощью вот этого дырокола вот эту пару резиночек с цветами. И что я могу сказать? Времени на их изготовление я потратила в 2 раза меньше, чем обычно. Я не вырезала вручную заготовочки для цветов, а делала их с помощью дырокола. Поэтому те, кто делает на заказ, делает часто и делает много, я смело рекомендую эти дыроколы. Очень полезная вещь. И здорово экономит время. Ну, теперь давайте посмотрим, как он работает. При использовании дырокола есть один нюанс. При вырезании цветов из фоамирана нужно прокладывать фоамиран бумагой. Бумагу нужно класть или сверху, или снизу. Значения это не имеет. Главное, чтобы она была. Тогда цветы будут получаться с ровными краями. Я переворачиваю дырокол, чтобы мне уже было видно, где я делаю цветочек. Это я делаю с целью экономии материала. То есть, если я буду держать дырокол вот таким образом, то мне не будет четко видно, где я буду делать цветочек. Непонятно, куда он попадет. Поэтому мне удобнее работать вот так, чтобы я видела, сколько я отступаю от предыдущего цветка и от края. Вот такие цветочки получились. Сейчас я покажу, что получится, если сделать без бумаги цветочек. То есть получается совсем некрасиво. Ну а теперь фоамиран. Это у меня иранский фоамиран толщиной 1 мм. На сайте он продается листами размером 60 см на 70 см. Качество материала мне очень понравилось. Палитра представлена довольно широко, поэтому цвет можно найти любой. Это тоже иранский фоамиран, но ширина листов 2 мм. Есть в этом магазине и фетр. Это я заказала мягкий фетр. И небольшой подарочек от магазина. Спасибо большое. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!